Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня хочу вам показать цветущее белое облако цветов фаленопсиса сорта Soft Cloud. Данное растение у меня приобретено во взрослом состоянии в прошлом году. Вот спустя год мы снова обильно зацвели. Почему говорю снова? Это потому что покупалось взрослое голландское растение. Оно было цветущее, приехало ко мне. И вот сейчас цветет домашним цветением. Если мы присмотримся, мы видим, что у данного растения очень много цветоносов, очень много цветочков. Они не крупные, примерно около 3 сантиметров. Цветки не ароматные, но за свое обилие цветов считаю растение очень интересным и привлекательным. Желтая губа у него, небольшой краб. Размер листов у растения около 13 сантиметров. Данное растение проходило обработку, поэтому на листах видны капли прошедших обработок профилактических. То есть каждое растение, каждый год я профилактически обрабатываю 2 раза в год, весной и осенью. Вот клеща. В этом году получилось, что в начале лета обработала. Итак, если мы посмотрим, это растение любит детковаться. С него я сняла уже 2 детки. И если мы присмотримся, мы видим, что тут еще есть детка. С другой стороны тоже есть детка. И она уже с цветоносом. И тоже будет скоро цвести. Вот мы видим ее бутончики. Что примечательно для этого сорта, я его таким купила. У него идет цветонос из точки роста. Когда я его приобретала, я очень боялась, что так как цветонос из точки роста, значит растение погибнет. Как мы знаем, обычно, если у растения фаленопсиса цветонос из точки роста растет, обычно он дает детку, и само взрослое материнское растение погибает. Ну вот, у меня уже получается растение год дома. Погибать оно не собирается. Повторюсь, что сняла с него 2 детки. И еще 2 детки у нас есть прикорневые. 2 детки, которые я сняла, они были на цветоносах. Ну, по крайней мере, пока растение чувствует себя замечательно и помирать не собирается. Посмотрим еще раз эти белые хрустальные цветочки. Они словно искрятся от света. Очень нежные, изящные, красивые цветки. Такое вот белое облако цветов у меня расцвело. Радует меня. Вот, поделилась с вами. Большое спасибо вам за внимание. И до новых встреч. Пока-пока.